Всем привет. Настолько рано, что даже нету человечка, который нам замеряет все. Температуру там и так далее. Вот есть с кремом. А почему мы так рано встали сегодня? Никого нет. Ну, почти никого. Потому что мы сегодня едем на морскую прогулку, так сказать. Ладно, всем приятного аппетита. Завтрак и вперед. Приехал за нами кабриолет. Вот так выглядит. Кабриолет. Ё-моё, а как мы... А мы поместимся? Нет, мы поместимся? Да. Да? Сегодня мы посмотрим бегемотиков и жирафов. Заходите, пожалуйста. Это точно. Да. Эй. Крокодилы. Слушайте, вы так с ребенком, не надо рисковать серпантином сейчас. Маленький. Примерно такие. А, да, сейчас маску надо. Маленький обзор. Мигрос. Маска. Так, идем. О, нет. Надо, оказывается, маску одевать. Что ты хочешь, нифига подобного? Оказывается, смотрите, в России чипсы Лейс большие стоят где-то 150 рублей. Uh-huh. А тут они стоят 80 рублей. Ну, даже дешевле, где-то 70. Так, что тут у нас? У нас есть, по-моему, да. А где ты увидела? Да, вот там. Хлеб нам нужен, нет? О, смотри, какая история, пицца маленькая. Ой-ой-ой. Ну-ка, сейчас мы... Посмотрим. Да, мы сейчас... А, ну она, видишь, тут толстая. Большая. А слушай, а может она по кускам? А, да, нет. Толстая, но маленькая. Четыре мини-пиццы. Прикол. Ну, реально прикол. Оля, а где ты видела? Короче, наша экскурсия началась с магазина. А где ты видела тарелку? А я не видел. А, сувенирчики всякие. А, да ну такая. У нас есть, по-моему. Кушадаса. Что тут у них еще есть? Валенки или что это такое? Что это? Просто вот мешок. А, вот такая сумочка. Для чего? Бред. Этих мешков для мелочей. Так, ну что? Да. Может, ты еще одни возьмешь на всякий случай? Вот литр, смотри, литр масла стоит 500 рублей, 600 рублей. Но у нас чуть дороже. Это что такое? А, сушеные эти баклажаны, вот они, смотри. Вот баклажаны. Блин, отцепилась, чухаем. Еще и уронилось что-то. Да. Это либо голова маленькая, либо чипсы большие, да? Такой Мигрос маленький этот, такой этот, придорожный какой-то. А, вон, не надо этим купить, как его, слышь? Баллона нет, что ли, да? Наташка вчера починила. А, починила? А, купальники вон есть. Кто забыл? Здесь химия. Доехали на нашем кабриолете. Короче, мы в порту. Здесь мы уже были. Это Голубиный остров. Это вы увидите в видео Кушадасы. И сейчас нас ждет какая-то лодочка. В общем, дошли мы до нашей лодки. Шли. И дошли.
Так, детям поможем? Все помогают. А что, ему нельзя? Так, заселяемся, заселяемся, давайте. Сегодня у нашей подруги Дере. О, рыбки, смотри, рыбки плавают. Вода чистая, кстати, подальше. Так, короче, у нас есть подушки, второй этаж, и мы одни. И это хорошо. Потому что вот на такой, с такой толпой не очень хочется. Очень много народу получается. Так, короче. Ой. Еще раз, Голубиный остров. Ой, вода какая чистая все-таки, а. Все, погнали. По-моему, у нас назревает аварийная ситуация. Вот этот вот хочет нам прям... Эй! Вот, блин, самоубийца, а? Свернул, смотри. Все шутят, и этот на нас плывет. Что-то у них вообще здесь правил, походу, нет, слышь? А правил движения. О, мальчик хочет там. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики, да. А у нас тут тоже колонка есть. А, он развернулся, смотри, чухает. Мы куда-то в моря идем, да? Главное, чтобы наша лодка не называлась «Беда». Наша первая остановочка. Вода чистенькая. Классненько, сейчас полетаем. Тут мы долго, да, плыли? Илона, давай, прыгай. Нет, сейчас мама. Это, мама наверху. Давай. Она хочет помогать. Люди так начали. Блин, это фоновая музыка нам сейчас все запорит конкретно. Вау! Самая смелая у нас. Ага. О, Антоха поплыл. Еще один поплыл. Да, я смотрю, яхта дошло Очередная точка у нас, вторая по счету, но сразу хотим сказать, что такое себе, как бы здесь, в отличие от Бодрума, красивых мест, что ли, нет. Вот в Бодруме мы плавали, классно было, а здесь, ну, такое себе. Уже вторая точка. Сергей чечеклерим унутулуп му сонду. Хани кадер бизи айырса да би гюн кальплер бир олачак. Хорошо. Ножницы возьму так. Весело, весело. Блин, потом будут банить, мозги крутить. Ютуб. О, рыбаки. А, девчонки с соседнего корабля там достигают, смотрите. Офигеть! Ой, еще одна. Давай. Вот, сразу видно, у людей ни детей нет, ни мужей. Ну давайте, поддерживайте, что вы. Давай, давай, вот там с соседнего корабля пытаются прыгнуть, наши их поддерживают. Давай. Ай! Блин, я не видел. Five zero five zero five zero five two.
Ну, давай. Вон тот в голубых трусах уже полчаса висит там. Давай, давай. Есть. Один прыгнул. Блин! Походу, третья точка. Вот вторая была. Оп. И вот она, третья. Отойдите в сторону, сейчас сметет всех. Так, ой! Ой, ой, ой! На лодке подходит к концу. Все равно, какая бы экскурсия ни была, устаешь. Вот это вот городской пляж, мы уже подплыли опять к Кушадасам. Кушадасы, говорят правильно. Оплыли остров вот этот, с другой стороны. Это вот этот остров Голубины, что ли, да. Ну и вот, пожалуйста, наши плавают. Здесь вода чистейшая, капец просто. Ну и красиво. Наша экскурсия подходит к концу, мы вот так отплыли, а здесь вон, оказывается, пляж какой-то есть такой, внизу под крепостью прям. Как-то интересно, огорожено, все как положено. Ну что, осталось припарковаться. А, забыл сказать, наша экскурсия, короче, аренда нашей лодки стоит $500, чтобы знали. Нам тут заряжали, мы сюда приезжали, когда... пытались найти лодку, нам заряжали 3,5-4 тысячи долларов, вообще больные. В общем, мы везде, где берем лодку отдельно, вот на нашу компанию, стоит там плюс-минус $500, чтобы ориентироваться. Ладно, мы собираемся и поедем к себе. А что я не останавливаюсь? Вот, блин, счастливые люди. Весь день рыбачат. Тут время не можешь найти, когда порыбачить. Съездить, вон дочка постоянно просит, а тут раз, это работа их, целый день. Так, мы сейчас делаем фото и едем в гостиницу. Вон столько рыбаков, обалдеть. Все, давай. Да. Ты моя малышка, ты тоже моя девочка. Вот так, вот так, вот так, вот так. Дяденька. Вот так фото. Ну что, Оля, как тебе экскурсия-то? Расскажешь что-нибудь? Мне в этот раз экскурсия не очень понравилась. Ну. Я вообще, в принципе, люблю морские прогулки, мне нравится. Не, в целом все нормально. Просто мне казалось, что не казалось, а так и было. Вот в Бодруме мы останавливались в более красивых бухтах. А в этот раз да, мы останавливались так себе. Ну, в общем, да, в этот раз просто бухты такие не очень были. Плыли очень долго, что-то капец. Да, бухты такие себе были, да. Не очень симпатичные, как везде. Ну ничего, день провели симпатично, да? Хорошо, ладно, давайте. Ой, на этом прекрасном месте, вот так красиво, да? Будем заканчивать наше путешествие и наше видео. Значит, о, ничего себе, сейчас, секундочку. Смотрите, вот этот остров-то отдельно стоял, видите, где мы пристроили вот этот мостик. В общем, ладно, заканчиваем видео. Лайки, подписывайтесь. Если есть вопросы, пишите комментарии. Если нет, тоже пишите комментарии. До новых видео.